Сегодня у нас лектор Дмитрий Быков из Стекловки, то бишь из Московского математического института Академии наук. Да. Вот, отделение терфизики, да? Отдел, да. Отдел терфизики. Вот. Бурные аплодисменты. Да, ну то есть я буду, хотя у нас это как бы цикл вроде как назывался алгебраическая геометрия, мои лекции реально мало будут иметь отношения. К алгебраической геометрии, ну, к дифференциальной геометрии будет иметь отношение. Вот, а тема лекции вот суперсимметрия, точнее, как, опять же, было там названо введение в суперсимметрию, но более правильно, я думаю, это будет назвать элементы суперсимметрии. Основные элементы будут рассказаны. То есть, скажем, если вы хотите дальше как-то там что-то продолжать изучение, то какое-то введение я дам, я думаю, надеюсь. Вот, значит, план примерно такой. Ну или ладно, про план я скажу чуть позже. Значит, давайте вначале вообще определим, что такое симметрия в этом понимании. Ну понятно, что симметрия там... Это просто инвариантность относительно каких-то преобразований. Но вопрос инвариантность чего? Значит, в теории поля основной объект это лагранжаны в действии. То есть предполагается, что, ну, по крайней мере, любая система в рамках теории поля описывается неким лагранжаном и действием, которое есть интеграл этого лагранжана. Значит, n это размер некого пространства, да, в котором мы будем интегрировать. Ну, вообще, можно сказать, что такой объединяющей нитью всех теорий поля является как бы теория отображений. То есть любая теория поля имеет под собой в основе какие-то отображения. А именно отображения, допустим, фи из одного некоторого многообразия n в многообразие n. И вот n маленькая это размерность этого n большого. n. И, соответственно, n и m могут быть совершенно разные многообразия. В зависимости от того, что мы тут выберем, будут у нас разные теории поля, которые обладают совершенно разными свойствами. Обычно, кстати говоря, в теории поля это пространство n называется пространством времени. Именно по нему интеграл вот этот S? Да, по нему интеграл. Да. Да, интеграл по n. Значит, n это пространство времени. Время. Или, особенно в двумерном случае, если n двумерно, то это зачастую еще называется мировым листом. Как? Мировой лист. А, мировой лист. Мировой лист или мировая поверхность. Ну, соответственно, если n одномерная, это еще называется мировая линия. А в старших размерах уже как-то такая терминология не принята. А, соответственно, пространство m называется target пространство. И вот мы рассматриваем некие отображения φ из m, n. И на пространстве таких отображений задана вот эта функция s. То есть s является функцией от φ. А где φ? Как бы, где φ справа? Ну, в Лагранжане. А, в Лагранжане. Это φ. А. Да. Значит... Какой-то функционал от этого φ, да? Да, функционал. Его интегрируют по всему n.
Да, причем это локальный функционал в том смысле, что L, как правило, само уже интеграл по содержанию. То есть L это просто, как правило, это полиномы от фи и ее производных. И фи зависит от x. Да, фи это отображение, поэтому зависит от x, x это координата на n. Да. Ну, как правило, значит, в абсолютно большинстве случаев n это плоское пространство. Но не обязательно, то есть, в принципе, и не только. Ну, зачастую, скажем так. Вот, значит, симметрия, вот симметрия, мы понимаем симметрию этого действия, или симметрию Лагранжа. То есть, как правило, такие классические симметрии в физике, это симметрия Лагранжа. Ну, например, давайте рассмотрим какую-нибудь там свободную, допустим, частицу, да? Или это одна вторая в квадрате. Лагранжан, то есть n квадрат пополам, где мы положили там массу равную единице. Тут есть различные, например, есть симметрия сдвига x на константу, да? Трансляционная симметрия. Сдвинем x. А x по ну, это будет инвариант, эпсилон от t не зависит, значит, то есть x от t. Значит, в этом простейшем случае, естественно, n это у нас временная ось, то есть это просто n. А так как пространство это то, где живет x. То есть, например, R3, да? Можно сдвигать x на константу, можно еще вращать x, например. То есть, так как это у нас квадрат норма вектора, то мы вариант относительно вращения. Да? То есть, если у нас x, мы повернем некой матрицей вращений. Вот и то это тоже инвариант. Соответственно, Лагранжан у нас инвариантен, ну, уравнение движения, там, ковариант, можно так сказать. Вот это называется симметриями. И все симметрии, о которых пойдет речь, это тоже симметрии такого плана, только несколько более изощренные, скажем так. Кстати говоря, сразу скажу, что по теореме Нёртера, если имеется непрерывная симметрия, да, мы еще имеем дело с непрерывной симметрией. То есть здесь вся аффинная группа, да? Да, группа движений. Сдвиги на О3. Группа движений. Ну, прямо. Да. И СО3, и О3. Как она отличается? Да-да-да. Вот. По теореме Нёртера непрерывным симметриям соответствуют сохраняющиеся величины. Ну, в данном случае, соответственно, будет сдвигом соответствовать сохраняющийся импульс. Импульс сохраняется, потому что, значит, сила не действует в данном случае. Вращением соответствует момент импульса сохраняющегося. R помножить на P. Да? То есть у нас сохраняется... Сейчас, первому что соответствует сдвигам? Импульс. А, то есть... R относится к точке. И, соответственно, момент импульса — это F умножить на импульс. Ну, в смысле, x на x точка. Это векторное, да? Векторное произведение, да. Вот. И, ну и в общем случае так и обстоит всегда дело. Если непрерывно иметь симметрию, мы будем иметь дело с непрерывным симметрием. То есть, в принципе, конечно, могут быть еще дискретные симметрии, там, отражения какие-то. Да, единственное, нужно сказать, что в случае теории поля, то есть если размерность n больше единицы, то у нас этим самым вариантом соответствуют сохраняющиеся токи. То есть здесь, то есть каждый вариант соответствует некий ток gμ, где μ, значит, пробегает единицы по размерности n, и он сохраняется, где μ равно 0. Ну, если размер n равна единице, то это просто будет g0 с точкой, ну или g1 с точкой, да, равно 0, то есть сохраняющаяся величина. А в данном случае это закон сохранения. Но если проинтегрировать, соответственно, по, например, если у нас пространство n можно разбить как, скажем, время и координата, и проинтегрировать по координате, да, то, учитывая, что интеграл производный равен 0, если функции бывают на бесконечности достаточно быстро, то получится, что f за d интеграла g0 dx равно 0.
То есть по R3, да, если тут трехмерное пространство. Ну, то есть, короче говоря, тоже можно построить сохраняющуюся величину, проинтегрировав. Но как бы закон сохранения, в принципе, даже более полезен, чем сама сохраняющаяся величина, зачастую. Вот, значит, симметрии, о которых пойдет речь, это вот непрерывные симметрии действия. Да. Хорошо. Да. Значит, как я сказал, что пространства n совершенно различные могут быть, да? Но мы начнем как раз со случая, когда n одномерно, то есть когда n равно r. То есть кривые это получается, да? Да, 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 да. N равно r. То есть у нас есть отображение из этого r в n. M может быть, вообще говоря, тоже любое. Значит, кстати, то, что я написал, это действие, это пока предполагалось, что классическая теория, то есть там классические поля, которые являются функциями координат. Вообще-то еще можно проквантовать эту теорию, при этом получится квантовая теория. Вот в случае квантования такой теории получится квантовая механика. В случае квантования теории, если размерность здесь больше единиц, получается квантовая теория поля. То есть квантовая теория поля — это просто когда у нас двумя, ну, это не линии, да, а просто площадочки по ним всем, да? Ну, площадочки, ну, то есть если они, конечно, двумерные, это вот то, что скорее относится там, к струнам, да, то есть не линии, а мировые поверхности. Но реально то, что, по крайней мере, даже исторически, то, что в физике рассматривалось, когда n равно R4, да, четырехмерное пространство, то есть три координаты одно время или пространство Минковского, ну, да, можно сказать, что это отображение пространства Минковского куда-то, но обычно об этом думают по-другому, что это просто какие-то поля, заданные в пространстве Минковского, да, то есть можно и так сказать. Вот, но мы сначала рассмотрим этот случай, и здесь мы будем рассматривать квантовый случай, то есть реально квантовую механику будем рассматривать. То есть, ну, обычно, как в простейшем случае, даже тот Лагранжан, который я написал, он тоже относится к этому случаю, да, если L равняется там 1 вторая x точкой квадрат, а минус, допустим, потенциал возведен, да, b от x, то, соответственно, вводится, как мы вчера тоже обсуждали, этот самый импульс сопряженный. И постулируется коммутационное соотношение, что x и t равняется нулю, лучше взять x на t, равняется i на t. Ну, это коммутационное соотношение можно реализовать в гильбертовом пространстве состояния, то есть функции, зависящих от x, опять же, как мы обсуждали, как x есть умножение на x, а p есть оператор. Переменные тоже операторы, да? То есть оператор. Да, да, да. Функция, да, функция это оператор. Ну, и, соответственно, выполняется это коммутационное соотношение, и мы на некие волновые функции, то есть элемент нашего гильбертового пространства мы действуем либо умножением на x, либо дифференцированием. Вот. И, соответственно, здесь обычно то есть вводится стационарное уравнение Шрёдингера, то есть а именно уравнение на собственные значения оператора энергии, оператора Гамильтона, да, h на пси, я на пси, где h классически, h, как у нас было, p квадрат пополам, плюс v от x. Соответственно, это уравнение можно написать как, если вместо p подставить производную, плюс минус 1 вторая пропозиана, плюс v от x плюс y, равняется v от x. Ну, это уравнение Шрёдингера, основное уравнение квантовой. Это переходит в потенциал, да? Ну да, сумма производных. Да, сумма квадратов производных. А v от x, да, это оператор? V от x — это потенциал. Он оператор координат, а просто оператор умножения, да? В данном представлении. Ну, то, что мы раньше обсуждали, вчера тоже обсуждали, что можно брать функции, зависящие от p, это соответствует тому, что мы сделаем p вызвание Фурье этого уравнения. Да? Это перейдет в p квадрат, умножение на p квадрат, а b от x перейдет в дифференциальный оператор по p, да?
То есть как тоже можно делать. Но просто, как правило, v от x — это сложная функция какая-то от x. Поэтому иметь дифференциальный оператор от сложную функцию от дифференциального оператора не очень на руку. Поэтому, как правило, в этом описании. Но, например, если это квадратичная функция, то они, понятно, эквивалентны будут. Как бы два уравнения. Вот. А теперь мы рассмотрим такое некое преобразование нашего уравнения Шрёдингера, которое весьма любопытно и полезно, которое на самом деле является простейшим примером вот суперсимметрии. А именно, будем рассматривать случай одномерной квантовой механики. Ты пока не будешь говорить, что такое суперсимметрия, да? Просто вот некий... Ну да, но это будет понятно по окончании лекции, я думаю, на этом примере. То есть, понятно. Нет, можно сказать, ну, как обычно говорят, что это симметрия между там бозонами и фермионами, но я думаю, это не добавит большого внимания, да. Поэтому... На данном этапе никак нет. Да, хорошо, значит... Будем рассматривать сначала одномерную квантовую механику, что это означает, что m равняется r. То есть у нас одна координата x, короче говоря, есть. В классическом случае это просто x зависит от t. А в квантовом случае это у нас, значит, будут дифференциальные операторы там по одной координате. То есть обыкновенное дифференциальное уравнение, короче говоря, вот видов, как уравнение Шрёдингера. Этот случай достаточно особый. Ну вот я хочу сказать, что это одномерная квантовая механика. Нужно правильно понимать, да, что имеется в виду одномерное таргет-пространство. Потому что вот тут некий такой деликатный переход, да, произошел, что у нас производные, вот реально уравнение Шрёдингера всегда по координатам таргет-пространства возникает. Да? То есть у нас вот эти х, которые мы прокомментовали, это в таргет-пространстве живут. Да, то есть у дифференциального уравнения по координатам таргет пространства возникает, а в квантовой механике у нас всегда r всегда одномерно, и r оно как бы зафиксировано. Да, r все. Да. Ну, вернее, это классическая механика, но я имею в виду при квантовании, вот такая интерпретация можно дать. Значит, тогда у нас придется уравнение такое, d2 x квадрат, v от x на x равняется d на x, да? Это стационарное уравнение Шрёдингера вот в одномерном случае. А теперь сделаем такое преобразование. Значит, вот эту, вот этот оператор наш, его можно профакторизовать. Кстати, таким образом. А теперь раскроем скобочки. Значит, получится. Минус h. Так? Сейчас. Вот эта вот та самая скобка h и d под x, чем можно нам? Ну, h3. H3, да? Да. Ну как мы просто действуем d под x, допустим, h на функцию ψ, допустим, да? Отлично. Это, видимо, такой совершенно стандартный, да, ваш прием физический? Какой? В квантовой механике. Что оператор, что скобка оператора умножения на функцию и дифференцирования – это умножение на h3. Да. 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 Но это видит, по-моему, вполне естественно. Ну, это видит, да, после того, как ты записал, это очевидно, но просто так вот, да, понятно. Да. Вот, название вот этого эффекта, да? Ну, что производные обязательно так. Вот, соответственно, ну, теперь понятно, да, это утверждение. И, значит, соответственно, мы назовем вот этот кусок назовем окрест, а вот этот кусок назовем А. Тем самым получается, что наш гамильтониан, ну вот этот гамильтониан, да, у которого есть оператор, в конце. А где вы вносите? Кто? А вы куда исчезли? Ну, V это вот это, то есть H, естественно, определяется по V, или V определяется по H. Вот да, это сейчас мы обсудим, как это можно сделать. Значит, и это равняется А крест. Да? Это такое расположение оператора Шрёдингера, да. Оператора Шрёдингера в произведении, ну, в композиции двух операторов. Да, первого порядка. Кто угадал это такое?
А кто угадал? Даже я не знаю, кто это угадал. Ну, говорят, что это, в общем, с давних времен известно. Может, сейчас, если я попытаюсь вспомнить, ну, может быть, даже... Ну, в общем, ладно, если вспомню, то скажу. Ну, нет, я хочу сказать, что исторически суперсимметрия начиналась не так. То есть, наверное, такие угадки были в теории там, дифференциальных уравнений, вот, но они к суперсимметрии не имели отношения изначально. То есть, суперсимметрия начиналась именно в теории поля. Но просто я сейчас ее рассказываю вот с точки зрения квантовой механики, поскольку это более понятно. Да. Вот. А дальше обобщение в теории поля мы тоже изучим. Вот. То есть это угадали, так сказать, люди не из там, теории поля. Не, какова суперсимметрия? Не, 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 ну сейчас мы еще пока не зашли. Квантовая механика. В чем суть? Что есть некий оператор симметрии, действующий на пространстве состояний, коммутирующий с гамильтонианом. То есть симметрия у нас называется, что, ну, как бы... Вот сохраняющиеся величины все эти, да, они даже в классическом случае, они коммутируют гамильтонианом, правильно? Это интеграл движения. В этом их суть, да? То есть сколько Пуассона с гамильтонианом равно нулю в квантовом случае, значит, коммутатор равен нулю. То же самое здесь абсолютно. То есть у нас функции переходят в операторы, действующие в Гильбертовом пространстве, да? То есть у нас будет оператор соответствующий, там батарея суперсимметрии, и он будет коммутировать с гамильтонианом и действовать в Гильбертовом пространстве. Вот, какое Гильбертовое пространство мы пока еще тут не определили. Вот. Ну, сейчас определим. Значит, короче говоря, наше уравнение версии отрядом А. А пси равняется Е на пси. Значит, что такое? Ну, крест это будет эрмитовое сопряжение. Но относительно некого скалярного произведения, значит, ну, поскольку у нас Гильбертовое пространство, пси живет в Гильбертовом пространстве, то задано скалярное произведение. Да, то есть оно обычно обозначается как там пси 1 на пси 2. Это как обозначение Дирака, да, которое есть интеграл dx, пси 1 на пси 2. То есть в этом смысле эти пси, они принадлежат квадратическому пространству, квадратическому квадратическому индивидуальной функции и вещественной оси. Вещественная ось, еще раз напоминаю, с этой точки зрения, это наше старое пространство. Да? То есть, если у нас m трехмерно, было бы там r3. Вот. А теперь, ну понятно, теперь более-менее понятно, что эти операторы сопряжены, да, просто потому что при... ну что такое сопряжение? Это значит, у нас пси 1, а пси 2. Это по определению. Отрез все 1 на пси 2. Ну, то есть нужно поставить вот это скалярное произведение в определение скалярного произведения и перебросить производную налево. Да? При этом знак, естественно, поменяется в производной. Да? Ну, естественно, тут нужно, конечно, сказать, что волновая функция должна достаточно быстро убывать, чтобы не было в ней интегрального члена. Ну, это предполагается. То есть, что пси, в частности, что мы будем предполагать, что пси... Пси штрих и пси два штриха убывают. Стремятся к нему. Не бесконечно. Не бесконечно. Да, это вроде как наиболее такое нам будет нужное условие. Вот, в таком случае, да, окрест является действительно сопряженным оператором А. Так, ну теперь, заметьте, у нас есть теперь такое интересное... На самом деле, остаться гибридного пространства, убывающих там достаточной скорости, да. Бесконечности пробных функций. Да, да, ну, да. Ну, вообще, они должны быть квадратично интегрируемы, но лучше наложить более сильные условия. Ага. То есть, может быть, не все из этих условий независимы, то есть... Ну, окей, да. Можно что-то да, ослабить там и так далее, но хорошо. Вот. А теперь у нас возникает такая интересная возможность. Значит, у нас есть уравнение А через А. Да? А теперь подействуем на это уравнение оператором А. Действуем оператором А. Слева, ну, слева здесь. Справа не может. Получается, записываем таким образом. А, S на А пси равняется Е на А пси.
То есть, если мы ведем оператора h2 по определению a от s, то а пси его собственная функция, да? А, ну, блядь, в другом порядке, да? Да. Рома имеет да. А пси свои, ну да. Да, то есть если h имеет пси свои собственные функции, то такой а, то есть если а крест а имеет пси свои собственные функции, то а крест имеет а пси свои собственные функции. Причем, с одинаковой энергией. С одним и тем же собственным функцией. Вот. Ну, правда, это в случае, если а пси не равно нулю, да, соответственно. Такая возможность тоже имеется. Вот заметим, что так как у нас сегментнян наш исходный, мы теперь записали в виде а крест а, то он у нас не отрицательный. То есть собственные значения все не отрицательные, да? Потому что если мы вот это уравнение умножим на пси слева, то мы получим, естественно, что e равняется норма на пси в квадрате делить на норму пси в квадрате. Немножко такое корявое значение, но в общем обычно здесь. В общем, норма пси в квадрате означает... Это ты а плюс выкинул налево против ба, да? Да, да, да. Тут, конечно, важно, что бывает там, да, но... Да. И мы получаем, что, да, то есть энергия у нас больше равна нулю. И более того, она равна нулю, только если а пси равна нулю. И в этом случае пси – это основное состояние Грибняна, ну, то есть состояние с низшей энергией. Что пси? Основное состояние, состояние с низшей энергией. Более того, известно, что в квантовой механике, конечно, можно доказать такую не вполне тривиальную теорему, что основное состояние всегда единственное. В этом смысле оно единственное. То есть, если оно существует, то оно единственное такое состояние, которое аннигилируется оператором А. Значит, предположим, что будем тогда его обозначать пси 0, да? А пси 0 равно 0. А если мы теперь вспомним определение оператора А, что это d по dx плюс h, то мы получаем, что пси 0 есть интеграл e минус интеграл x на, ну, пропорционально, да? Решили уравнение. То есть, если имеет место такая факторизация, она позволяет нам сразу решить уравнение. Ну, правда, при условии, что вот этот интеграл обладает таким свойством, что функция убывает в итоге на плюс-минус бесконечности. Да? Априори это неизвестно. Ну, например, если h равно x, предположим, то интеграл равен x квадрат, функция гауссового экспонента убывает очень хорошо. Пример, да? Пример, если... То есть, какие существуют функции? Например, h равняется x. А h от x равняется x. В этом случае, значит, наш этот самый потенциал равен x квадрат минус 1. Правильно? И это потенциал гармонического осциллятора. Ну, гармонический осциллятор – это любимая физическая пример, да, или физическая задача. И все, конечно, знают, что у него, ну, его основное состояние – есть гауссовый экспонент. Ну, вот мы как бы воспроизвели этот результат. А теперь мы, значит, посмотрим, что можно дальше, как можно дальше продвинуться. Да, кстати говоря… А-окрест, да, А-окрест. Давайте запишем, что такое А-окрест, что такое второй. Минус d2 по dx в квадрате плюс h квадрат плюс h штрих.
Верно? То есть знак поднялся. То есть мы из одного потенциала получили другой потенциал. Из одного уровня ущерения мира получили другой уровень ущерения мира. Да? И это довольно интересно, потому что предположим, что вот это уравнение сложно решить, а то уравнение легко решить. Да, такое может быть. У нас разный потенциал получился. Да? То есть вопрос теперь, какой потенциал проще? Отличается на минус или плюс при H3, да, здесь. Да. А практически решить спектральную задачу для того, Галентняна, то же самое еще решить для этого, да? Потому что, как мы только что убедились, Да, нужно просто на А подействовать. Ну или наоборот, если подействовать А крестом, то мы из того получим это, да, соответственно. Mm-hmm. Поэтому, если, например, то есть у нас появилось больше возможностей. Сейчас мы посмотрим какие-то конкретные потенциалы, где это помогает. Такая вот процедура. А, значит, это, наверное, можно стереть. Вот. Но чтобы не рассматривать какие-то совсем тривиальные потенциалы, возьмем нетривиальный потенциал, который тоже весьма популярен в физике, скажем так. Потенциал Пёрсля Тейлора, то, что называется. Это потенциал такого вида. Капа делить на косинус гиперболический квадрат альфа х. И здесь у нас капа меньше нуля. Ну, это, естественно. Такая яма. Альфа х. Нет у нас капа. Да? Ну и задача найти собственное значение. Мы будем искать собственное значение, ну в особенности нас интересует собственное значение дискретного спектра. То есть вот если энергия меньше нуля, то здесь могут быть собственные состояния дискретного спектра. Если энергия больше нуля, здесь возникает состояние непрерывного спектра. И вот мы хотим, непрерывный спектр понятно, он собственными значениями как бы тривиальными как-то характеризуется просто. Интервал, да, от нуля до бесконечности. А вот дискретный спектр интересно, какие у него собственные значения, какие уровни энергии. Во-первых, давайте сделаем так, давайте положим альфа равно единице, потому что мы можем x перерастянуть, правильно? Вот если мы посмотрим на уровень Шрёдингера, всегда можем x перерастянуть так, что и переопределить капу так, что альфа равна единице, правильно? Значит, поэтому без ограничения общности считаем, что альфа равна единице. То есть она не равна нулю, но предполагается. Теперь утверждение следующее. Да, кстати говоря, вообще вот это то, что у нас мы написали, что потенциал равен h квадрат минус h3. Если задан h, то, конечно, v легко найти. Но зная v, найти h нелегко. Решить это уровень. Да. Это уравнение типа Рикати, то есть оно явно никак не решится. Поэтому, это просто утверждение о том, что для произвольного потенциала мы не можем найти основные функции в таком явном замкнутом виде всегда, да? Иначе мы могли бы, правильно, если бы мы знали для всех h. Но здесь, в данном случае, это, так сказать, везет, в данном случае h равняется а на на данный минус болезнь. И тогда мы получаем, что v есть a квадрат плюс a на a плюс 1 плюс он гиперболический квадрат. Да. Понятно. Это гиперболическая тригонометрия там есть соответствующая. Да? Ну, там простая, да. Шинус. Просто 2, да, там. Косинус квадрат минус синус квадрат равно 1. Равно 1, да. Вот. Ну, то есть мы получили реальный потенциал со сдвигом на константу. Константа никого не интересует, в смысле, что мы ее в энергию там загоняем. Да? Вот. И, соответственно, капа равняется минус а на а плюс 1. То есть. Угу. Вот. Значит, в этом случае методом принципиального вглядывания мы решаем это уравнение. И, кстати, это нам сразу же позволяет найти
волновую функцию основного состояния. Да? Если она пси равно нулю, то нам нужно проинтегрировать, значит, пси у нас есть. Ну, я прошу прощения, я, может, не всегда буду писать эти бракеты обозначения. Предполагаю, что, ну, бракеты обозначения предполагают, что это вектор, да, в гильбертовом пространстве. А когда пси, это предполагает, что это просто функция. Но функция, как мы вчера тоже обсуждали, немножко, что функция это просто некий разложение вектора по байсу. То есть, понятно, да? То есть байс непрерывный, байс иксов. Вот. Но это одно и то же. Значит, пси, в данном случае у нас есть дельта минус интеграл h. И получается, да, ну, интеграл тангенса гиперболического, это логарифм косинуса гиперболического. И это, собственно, состояние с нулевой энергии? Да. Оно основное состояние, как мы определили. А, собственно, состояние с нулевой энергии, вот его можно явно найти. Ну, оно убывает, конечно, хорошо. А больше нуля. Теперь мы давайте посмотрим, каков второй габелитниан, вот этот, который А окрест. Какой это реальный потенциал, да, мы соответствуем. Вот это в стиле новый потенциал. Вот, заметим теперь, что он очень мало отличается от старого потенциала. А именно, вот с точки зрения константы, которую я говорю, она не очень важна, он отличается просто заменой А на А минус 1. Вот. Ну, если более точно, значит, у нас получается, что В равняется В А минус 1 от x плюс 2 минус 1. Ну вот. Да, значит. Теперь мы можем, значит, то есть у нас получилось что? Что у нас h2, а вот это, да, то есть вот это мы можем записать как а2 крест а2 плюс 2 минус 1. То есть у нас задача какая? Мы получили габелитниан H2, да, и теперь мы хотим найти энергию его основного состояния. Но этот габелитниан в точности, по его сути, эквивалентен. Тоже да, да. Но он в точности, по сути, эквивалентен первому. Да. А разложение наше, оно верно было для любого А. Мы знаем разложение для любого А. Поэтому мы узнаем разложение для габелитниана H2. То есть таким образом мы можем найти основное состояние габелитниана H2. Заметим, что и причем, а дальше, подействовав на это основное состояние габелитниана H2 оператором окрест, мы получим некое состояние габелитниана H1, ну или H, с той же энергией, что вот это состояние H2, да? И это будет первое возбужденное состояние габелитниана H1. А-а-а. То есть основное состояние габелитниана H1, оно при действии оператора А перешло в ноль, да? Поэтому мы не получаем никакого... А окрест, оно перешло в собственное табло. И наоборот тоже верно, да? Да, то есть у нас H1, допустим, у нас основное состояние, да? Здесь H2.
действуя, сюда мы переходим от действия оператора А, да, мы переходим к действию оператора А. Значит, основное состояние H1 нулевое, это у нас нулевое, оно сюда просто дало тождественный ноль, поэтому здесь нет никакого состояния. А теперь мы находим собственное состояние оператора H2, оно выше лежит по энергии. Ну, то есть для него оно тоже ноль, как бы, его энергия тоже ноль, да, при сдвиге на 2, минус 1. А. Да, то есть реально это не ноль. Ну и понятно, на самом деле это всегда так можно сделать, да, то есть мы для любого потенциала нашли энергию основного состояния, дальше сдвинули на нее и расфакторизовали ее. То есть требование факторизации состоит в том, чтобы энергия была равна нулю основного состояния. Да? Вот, поэтому мы всегда так можем сдвинуть, собственно говоря. Ну, я говорю, что при сдвиге уравнение вот это, оно нетривиально модифицируется, при сдвиге энергии. Да? Оно добавляет сюда константа. Но решить уже при произвольной константе его нельзя, даже если его можно при какой-то решить. Поэтому это все нетривиальная процедура, и она почему-то приведет, только если повезет, как говорится. Но в некоторых случаях везет. Вот. Соответственно, здесь некая энергия Е1, я имею в виду, это энергия с точки зрения например, наш 1. Да? Да, здесь мы сдвинули так, что это тоже норм было. Да? Соответственно, здесь получилось у нас первое состояние с той же энергией, которая наш 1. Да? А дальше мы делаем, повторяем всю процедуру. То есть мы для Гаусса H2 делаем такую же процедуру, перефакторизуем в противоположном порядке. Получается, значит, Гаусс H3 некий, да? H3, которого тоже находим первую энергию основного состояния. Она сюда при действии, да, сюда он переходит при действии оператора А2. Соответственно, она сюда переходит, она здесь дает энергию первого возбужденного состояния на H2, которая при действии сюда дает энергию следующего возбужденного состояния на H1. Понятно, да? То есть, таким образом, мы на самом деле можем исчерпать все, весь дискретный спектр. Ну, он вообще-то может быть бесконечный, дискретный спектр. Но в таких... в такой я имел конечность. Почему он конечный? Смотрите, вот... Когда мы переходим от Гаусса H к каждому последующему Гаусса, как меняется потенциал? Как я сказал, А заменяется на А минус 1, да? То есть реально у нас яма становится все менее и менее глубокой. Вот. И значит, в какой-то момент, если А больше, если мы сделаем N раз эту процедуру, где N больше целой части А, то А станет положительным. Да. Ну, в смысле, там, отрицательный, наоборот. Да. В общем, потенциал станет положительным. То есть вместо ямы возникнет барьер. И в нем уже нет дискретного спектра. То есть ну, какой-то из Гаусс уже не будет иметь дискретный спектр после n итераций. То есть тем самым мы можем доказать, что всего есть n состояний дискретного спектра. Где n — это есть целая часть. Да. Вот. Значит, ну для непрерывного спектра тут такой же процедуры не получится. Вот. Но для непрерывного спектра тоже можно кое-что сделать. А именно, значит, дискретный спектр мы вроде как обсудили. Да, вот тут, кстати, у меня еще и там некоторые задания есть, которые для всех большой присутствующей аудитории. Слушай, а ты пришли, да, их? Ну, могу прислать, да. Ну, нет, я сейчас не пишу, во-первых, да. Ну, почему? Ну, в смысле, их не так уж много. Вот. А я думал, что это вот эти листочки. Нет, листочки с записи к таким лекциям. Вот. Задание один. Значит, найти. Выражение. Для всех собственных значений дискретного спектра. Ну, то есть как функция от А. Значит, задание 1, да. Значит, что я хотел сказать про... Да, вот смотрите, особый тут случай, если А целое.
Если А целое, в ноль попадает. Да, после интерации возникает ноль. Ноль, то есть свободный Гамильтониан. Свободный Гамильтониан, его собственные функции явно известны. Это просто экспоненты. Е в степени и КХ, да. Ну, это просто потому, что у нас дифференциальный оператор D2 по DX квадрат. Его собственные функции есть степени и КХ. Собственное значение К квадрат, да. Соответственно, тем самым мы можем весь спектр исходного Гамильтониана восстановить, просто подействовав там n раз понижающим оператором. То есть мы должны подействовать на e в степени и kx этим дифференциальным оператором n раз там, правильным образом. То есть в том числе и непрерывный спектр, так сказать, мы можем восстановить. Да? То есть все состояния мы таким образом восстанавливаем. Ну, точнее сказать, чтобы получить, значит, дискретный спектр, мы должны учесть в предыдущих гамильтонианах весь этот дискретный спектр. А непрерывный спектр восстанавливается из старшего гамильтониана. Вот. Ну, вообще для непрерывного спектра можно кое-что определить в любом случае, даже если А не целое, а именно что можно определить. Значит, для непрерывного спектра характерна такая задача. Ну, я говорю, задача на собственное значение тривиальна, потому что это непрерывный спектр. Но можно поставить другую задачу, что при x бесконечности волновая функция идет сюда от e в степени и kx, e в степени минус и kx, а при x плюс бесконечности задача, ну, то есть найти R от K и T от K. Это характеризует непрерывный спектр, вот эти R от K и T от K. То есть это что означает? Как это интерпретируется? Как? То есть есть падающая волна с коэффициентом единицы, да? Ну, то есть можно было бы коэффициент единицу поставить, но туда надо было просто отношение везде рассматривать. Коэффициент отражения? Да, да. Вот этот коэффициент отражения, это коэффициент прохождения, соответственно. То есть, вот нужно и коэффициент отражения и прохождения характеризует потенциал, на котором происходит рассеяние, да? Вот, соответственно, нужно их найти. Вот их можно найти, используя вот такую технику, ну, в смысле, зная, например, эти коэффициенты для одного из иерархии потенциалов, можно найти все остальные. Вот. То есть, например, для этого самого свободного Гамильтониана они равны нулю, да? Ну, в смысле, это равно нулю, а это равно единице, свободного Гамильтониана. Соответственно, можно туда найти для несвободного действия оператора А. Вот, а именно посмотрим, что происходит. Значит, во-первых, как мы сказали, да, кстати говоря, у нас мы для данного нашего потенциала это точно Тейлора рассматриваем, поэтому у нас все будет зависеть от А. То есть у нас R будет зависеть от А, и T будет зависеть от А. Да? Вот. Да, и эти, кстати, пси это собственные требования, что пси это собственная функция Гамильтониана. То есть а что пси равняется е пси. Тогда мы, как мы убедились, а на пси это собственная функция следующего Гамильтониана, да? H2, например. Таким образом, подействуем этим императором А на вот эти асимптотические выражения для волновых функций. Да? И заметим, что при x стремящемся, соответственно, к минус бесконечности, например, а у нас идет себя как там, а у нас будет а у нас было d под x со знаком плюс, да? Да. D под x плюс а со минус бесконечности. А соответственно здесь при x бесконечности а минус к d под x плюс а со минус бесконечности. Вот. И теперь, значит, подействуем оператором А на функцию пси. И при x стремящемся к минус бесконечности. Это тем самым стремится к и к плюс а от минус бесконечности на e в степени и к x. Плюс r от а минус и к. То есть h от минус бесконечности, на e в степени минус и kx
Да, и это должна быть собственная функция второго уровня. То есть смещенного а на а минус 1, где смещалось. Понятно, да? Ну, с точностью до мощи, коэффициента пропорциональности, да? То есть, потому что, собственно, функция той же энергии, да, энергия здесь равна как квадрат. То есть, поэтому экспоненты должны те же самые остаться. Да? Это мы подействовали при x стремящемся к минус бесконечности, а при x стремящемся к плюс бесконечности, соответственно, мы получаем t. Которые, в общем, в случае, все равно не дают полный ответ. Но, предположим, вот рассмотрим тот случай, когда а целое число. Маленькое. И это не размерность пространства. Целое число. Вот. Тогда я говорю, что n-кратная итерация дает нам... Это будет 0, например. Да, потому что свободный потенциал получается. Да? Именно поэтому. А t равно единице для того, для свободного потенциала. Соответственно, и дальше мы можем все это итерировать. Ну, во-первых, понятно, что тем самым r равно нулю всегда. Да. То есть для любого r. Если n целое. А t от k можно это все тогда итерировать. Получается, t от k n. Задача решается, например. То есть это просто пример, в каком случае вот это такого рода процедура помогает. Конечно, она не всегда помогает, я говорю. Ну, на самом деле, вот утверждается, что почти все вот точно решаемые задачи квантовой механики можно решить таким образом, скажем так. И, возможно, можно найти какие-то новые точно решаемые. Кстати говоря, я сразу скажу, что тут тоже какая есть литература. Вот насчет того, вот о чем я сейчас рассказывал, да, есть довольно хороший обзор, который я сейчас вам сошлюсь, на который, где можно найти обсуждение вот всех этих разных точно решаемых потенциалов и так далее.
cat, а cat. C, C, да. Тут я удивился, что почему-то ты семантику учишь. Сука, что? Сухатми. А, сухатми. Ну, то есть на архиве это можно найти просто. Если номер этот вбить, я думаю, что сразу это и выскочит. Вот. Хорошо. А теперь мы дадим другую интерпретацию всей этой как бы, картине с этими разными. В общем, функция H у нас будет играть очень важную роль. Самый. Да. Она будет туда ходить именно как базовый объект, не потенциал, а именно функция H. Вот, суперсинк. Именно вот в квантовой механике суперсимметрия выделяется тем, или одной из ее важных свойств в том, что она вот естественным образом вводит эту функцию h, а не потенциал v. Сейчас вы увидите, как это происходит. И более того, мы в дальнейшем захотим обобщить это на случай неодномерного таргет-пространства. Да? То есть в этом случае наш дифференциальный оператор будет не от одной переменной зависеть, непонятно, как его расфакторизовать, скажем так, да? Вот, значит, ну вот, ну, правда, никакой уже для него такой простой факторизации не будет сразу, могу сказать, но есть некий формализм, который позволяет понять, что будет. Вот, и это называется суперпространство и суперполя. Вот это главный формализм суперсимметрии. То есть это, без него построить суперсимметричную теорию очень сложно. Вот, а с ним суперсимметрия явна. То есть Лагранжан будет явно суперсимметричным, в явном виде. И более того, это и в теории поля явно. То есть это суперпространство, суперполя, они очень важны в теории поля. Поэтому, чтобы их понять там, лучше их сначала понять здесь. И это вот главный технический как бы, аппарат. Но он не вполне тривиальный, сразу скажу, и довольно технический, особенно в случае теории поля. Ну ничего. Так, значит, мы хотим рассматривать, вообще говоря, ну или ладно, пока мы будем, да, хорошо. Значит, сначала мы будем вводить классическую суперсимметричную теорию поля. То есть мы будем пытаться получить некий Лагранжан. Вот типа того, который был до этого. Лагранжан равен x точке квадрат. Вот мы будем рассматривать Лагранжан такого типа, по сути. Значит, для того, чтобы ввести нашу самую суперсимметрию, да, пожалуй, я еще скажу, что вот эти гамильтонианы А-окрест и А-окрест А – это вот то, что называется гамильтонианы суперпартнеры, можно так сказать. И то есть, как только мы начинаем рассматривать их вместе, А-окрест и А-окрест А, можно считать, что есть суперсимметрия. А оператор А и А-окрест – это суперпреобразование, то есть как раз действующие в гильбертовом пространстве. То есть гильбертовое пространство у нас будет уже не просто L2 от R, а будет две копии. Вот в том примере, что мы рассматриваем. L2 от R. Здесь будет действовать, допустим, гильбертовое H1, здесь будет действовать гильбертовое H2, а A и A-крест будем считать как отображение. А и А-крест. И вот это и есть суперсимметричная постановка задачи. То есть вот эти две функции, связанные преобразованием умножением на А или на А-крест, это и есть суперпартнеры. В данном случае волновые функции суперпартнера. В дальнейшем там, в общем, это будет состояние там, суперпартнера. Ну, в общем. Значит, теперь вот из формализма суперполей эти суперпартнеры и то, что удвоение
гипертое пространство, оно вылезет естественным образом. Вот, но изначально, может, это не покажется столь естественным. Вот. Значит, суперпространство стоит в чем? Что вот у нас здесь, в нашем многообразии N, то, с которого мы это понимаем, это и есть вещественная ось, параметризованная координатой t, правильно? Время. У нас единственная координата это t. А теперь мы введем еще две координаты. Тета и тета с чертой. Вот. И это будет Грассманова координата. То есть вот t это бозонная координата обычно, да? А тета и тета с чертой вспомогательные координаты образующие алгебру Грассмана. Да, это вы еще все квантовые данные смотрите? Да, да. То есть тета квадрат равняется тета с чертой квадрата одному. То есть это пока одномерно. Да, одномерно. Тета тета с чертой плюс тета с чертой тета равно 0. Угу. То есть антикоммутирующий координат. В квадрате равно 0. Понятно, да? И теперь мы будем считать, что мы реально рассматриваем отображение не из R, а из вот этого нового, как бы это называется, ну, суперпространство. То есть вот пространство, параметризованное такими координатами, это суперпространство. И, ну, можно его обозначить что-то типа там R1/2, вот так вот, я так помечаю, так сказать. И это вот наш N, и по-прежнему мы отображаем M, которая, ну, например, может быть F. Теперь посмотрим, что это за отображение. Вот отображение у нас из R, которое было параметризовано T, да, это просто функция x от T, правильно? X от T, да? А теперь, что это такое? То есть теперь у нас получится функция x от T, theta и theta с чертой, да? Будем ее обозначать такой большой буквой x. Это называется суперполе. Ну, в этой терминологии по x от t, которое было до этого, это поле просто, да? То есть, ну, конечно, поле имеет... Одномерное поле. Да, одномерное, да, поле, одномерное пространство, немножко логически, но... Вот. Но теперь заметим, что так как тета у нас в квадрате равно нулю, то есть непатентные элементы, эту функцию x мы можем разложить. Да, в ряд Тейлора, да. Я ее смотрел и думал, как это типа. Ну, если такие соотношения сильные, так их очень мало, да? Ну, да, их есть мало. Да, 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 да. Ну да, то есть это как бы умножение исходного пространства на c c какой-то степени конечной, да? Но заметим, что теперь поленок стало больше. Помимо x от t появились s от t и d от t, да? Это наши дополнительные поля. Значит, вот S от T является, можно сказать так, суперпартнером к X тоже. Но заметим, что, значит, S, вот это поле S, это тоже считается Грассмановым полем. Кто Грассман? Ну, вот этот S. То есть вся вот эта штука должна быть как бы обычной переменной, совсем коммутирующей. X совсем коммутирует, T антикоммутирует. Поэтому S тоже предполагается антикоммутирующим, совсем. То есть S из T антикоммутирует, можно переставить со знаком минус. И S друг с другом антикоммутируют. Ну, правда, для S это уже менее сильное утверждение, потому что S зависит от T. То есть в квадрате он равен нулю, а только если T совпадают. Да? То есть S от T в квадрате равно нулю, но S от T штрих уже нетривиально. Вот. Теперь, значит, чтобы ввести преобразование суперсимметрии, мы введем суперзаряды, так называемые.
суперзаряды это некие дифференциальные операторы, действующие на эти суперполя. Сейчас, в каком смысле в квадрате SAT? SAT это же просто число, да? Ну, это вот именно, что это не число. То есть это не совсем число. Да. Это тоже принадлежит алгебре Грассмана, только такой бесконечно мерный, параметризованный T. Да? Ну, то есть там просто есть какой-то другой Грассман параметр. Где? Ну, вот в SAT. Ну, можно так сказать, но это будет не очень. Чтобы она у тебя Нет, просто придется бесконечно много Грассманных параметров ввести, да, если постоянно, если хочется. Ну, тогда они что должны, чтобы у тебя стет тоже должны быть Грассманными еще. Ну, они и так и есть, они антикоммутируют стеты. Нет, но тем не менее, это как бы бесконечно мерная алгебра получается, да? Но реально в нашем Лагранжиане всегда будут ходить квадратичные комбинации от Грассмановых переменных. То есть те, которые сами являются обычными коммутирующими переменными. Понятно, да? То есть будут, S не будет входить в линейном виде. Вот. Хорошо. Ну, будет понятно. В конце будет понятно, что собой представляет S. Реально. В данном случае. Ну, сейчас я понимаю, что не совсем это понятно. Но, значит, ведем суперзаряд. Для меня вот эта математика, пока это какие-то формальные утверждения в какой-то алгебре, которую я не понимаю в какой, но вот в какой-то вот еще не построенной. То есть строится алгебра, в которой это должно быть вот так записано. Ну, хорошо, можно так сказать, да. После квантования будет проще. Будет понятно, да? Да. Супер заряд. Равняется D сюда тета. D по dt. И Q с чертой. То есть, как я сказал, у нас мы теперь тета, ну, тета и t. В общем-то, входят похожим образом, то есть в том числе мы будем дифференцировать на тета. Единственное. Момент, что если дифференцирование по тетам, оно зависит от порядка. То есть везде производные считаются левыми производными. То есть прежде чем взять производную, нужно перенести эту тету налево. Понятно, да? Ну это, вот, например, по дифференцированию. Со знаками, да? Дифференцируем тету, тета с чертой по тета с чертой. Да. Нужно перенести тету с чертой сюда, получится минус. И потом ее опустить. Да, то есть везде производные левые считаются. Ну, можно определить как правое, все, заморно. Нужно как-то определить. Да. То есть это не коммутативное. Значит, перенос. Это переход не коммутативной алгебры всех этих операторов. То есть это то, что-то вот. Поиск кольца некоммутативных многочленов, это что-то из этой серии, да? Ну, честно говоря, я не знаю, но. По математике вот. Не, ну она хотя не коммутативная, но она простые свойства. То есть, да, у нее свойства такие. Почти коммутативная. Почти коммутативная, да. Вот, значит, и еще мы ведем суперпроизводную. Суперпроизводная, они очень слабо отличаются от суперзаряда. Просто знаки применяются, да, вот это. Просто знаки поменяли. Угу. Перед вторым членом, собственно, везде поменяли. Вот, а теперь посмотрим действительно, какую алгебру образуют эти все операторы. Если проверим, что наш купол еще тройку вот так возьмем. Антикоммутатор пусть тысячу тройку. Ставим 2 и d по dt. Значит, d квадрат тоже так возьмем. Равняется 1000
То есть эти Q и D коммутируют друг с другом. Это две, по сути, как бы отщепившиеся алгоритмы. А Q с D? Ну, Q с D тоже коммутируют. Q, то есть и остальные две пары, да? Q, D? Ну да, но Q с D отрегально коммутируют, потому что в них входит оператор по тета, а там входит только тета с чертой. Например. Понятно. Я написал как бы те, которые менее тривиальны, в которых есть сокращение члена, а в остальных просто тривиально нуду. Да, еще, кстати, принимается такое правило сопряжения двух этих самых графских элементов. B с звездочкой равняется B с звездочкой А с звездочкой. Ну или, наверное, что-то лучше. Ну, на обычных, не Грассманных переменных оно совпадает с обычным правилом. Вот. И теперь, значит, суперзаряды, они что? Они порождают бесконечно малые суперсимметрии. Бесконечно малые преобразования суперсимметрии. И они действуют на суперполя. Значит, посмотрим преобразование суперсимметрии в суперполе. Как действует преобразование суперсимметрии на суперполе? Можно считать, что это постулат. Значит, ну и вообще, кстати, не обязательно на суперполе, а вообще на любую, можно сказать, на любое поле, так скажем. На любую вообще комбинацию переменных, на все что угодно. Например, заметим, что оно можно подействовать этим преобразованием на обычные на координаты самого исходного пространства, да? Сейчас что за эпсилон? Это что такое? Эпсилон — это параметр преобразования, параметр суперсимметричного преобразования. Ну, например, вот когда мы рассматривали сдвиги, да, пространство сдвиги в самом начале. Это мы подействовали с суперзарядом, да? Суперзарядом, да. Да. В начале, когда мы сдвиги рассматривали, мы сдвигали x на x плюс эпсилон. Да? То там соответствующий оператор Q, как бы, ну не Q, но соответствующий оператор сдвига, это был d по dx. А как он действует на координату x? Надо эпсилон на d по dx подействовать на x, правильно? Вариация x будет эпсилон. Понятно, да? То есть там вот есть, собственно, импульс, ну или как преобразование d по dx, эпсилон d по dx на x. Автологическое понимание тут выглядит, но... Понятно, да? Здесь то же самое. Абсолютно аналогия. Да. Но так не записали. Ну да. Нет, так тоже можно записать, вот мы сейчас это сделаем. Вот для этого нужно подействовать этим дельта, то есть вот этой штукой, на x. Ну, в смысле, не на x, а на t, да, в данном случае. То есть это... Тут, там, когда мы сдвигали x, это мы преобразовывали таргет пространство. Вот это m. А теперь мы преобразуем n. Подействуем на t. Посмотрим, чему равен дельта t. Нужно подействовать вот этим оператором дифференциальным, в который входит оператор d по dt, на t. Получается минус d. Да? То есть на самом деле это есть сдвиг t просто. Сдвиг t по времени. Сдвиг времени на константу. И это уже обычный бозонный элемент. Ну, то, что мы бозонный, мы называем в смысле не Грассман. Тот, который коммутируется всем. А фермионный — это тот, который Грассман, который антикоммутируется всем. Понятно. Да, теперь, может быть, немножко становится более понятно, что уже бозон фермионной симметрии, что поля, которые коммутируются всем, переходят в поля, которые антикоммутируются. Вот сейчас мы увидим, что x будет переходить в s. Продолжение нашего суперполя x от t и s от t. Это два, один из них бозон от поля, другой фермион. Они друг к другу будут сейчас переходить. Сейчас мы это увидим. Да. Вот это вот dy, да, это мы, то есть, вот действовали на суперполе, да? Ну, нет, можно на любую вообще, любую функцию от... Можно на суперполе на любую функцию от t и t и t с чертой. T и t с чертой. Она просто меняется. Да, ну то есть здесь в качестве суперполя вы выбрали
S равно нулю, D равно нулю, X от T равно T. D, X от T равно T, а все остальное равно нулю. Да? X от T равно XT, да? Это же просто, да? Нет, X от T равно T, да? Вот если мы хотим сдвигать дельта T, дельта от T, то значит, то есть, равно... когда X равно просто T, да? Равно T, да, все остальное равно нулю. А если X от T равно X от T, то это так же. Если X от T равно X от T, тогда производная по T дает X точки. Правильно? Да. Сейчас мы это сделаем, в общем случае. Нет, вот до Y, поэтому что? А, в смысле, вот это? Нет, вот. Вот до Y. Да. Ну, это на любую функцию от T, тета и тета с чертой при образовании суперсимметрии действует по такому правилу. Ну, суперполе это и есть функция от T, тета и тета с чертой, да? Только суперполе это как бы абстрактная функция, в смысле не заданная, а как явная. X от T равно T квадрат, да? Ну, если суперполе у тебя равно просто T, ты же рассматриваешь. Правильно, да. Вот. Но у нас что-то. Нет, я просто хочу посмотреть, как суперсимметрия действует на сами координаты пространства, в котором мы живем. Ну, в данном случае это вот это T, T и T с чертой, да? Давайте подействуем на T. Ну да, значит, мы 5 тайм немножко, мы там позднее начали, поэтому. Вот. Дельта тета равняется эпсилон, дельта тета с чертой равняется эпсилон с чертой. Что такое образование суперсимметрии с точки зрения нашего вот, пространства времени, как мы называем? Ну, здесь это просто время, да, плюс вот это тета тета с чертой. А, то есть вот эти Грассмановы координаты просто сдвигаются на константу. То есть это вот как мы x сдвигали на константу здесь, в обычной симметрии с трансляцией, со сдвигами. А здесь мы сдвигаем суперкоординаты на константу. Можно это интерпретировать так, да? То есть суперсимметрия это сдвиг в суперпространство. При этом x тоже, ну, то есть координаты t тоже сдвигается на константу. Да? Но они сдвигаются координированным образом. Да? То есть t сдвигается на константу, которая на самом деле зависит от этих от двух t, да, других двух координат. Вот. Да, а теперь, значит, мы посмотрим, чему равна вариация суперполя. Вот того всего x. Если подействовать этим дифференциальным оператором на все то суперполе, что получится? Что получится, если подействовать на все суперполе? Значит, напишем. Вчера вот Коля рассказывал вот этот анекдот, что вот физик там на докладе математики все прослушал, потому что не было у меня одной формы. Поэтому сегодня возмущаю этого чата. Да. Нет, это только начало. Так что вот. Но теперь заметьте, это мы подействовали оператором вот этим фу и фу с чертой на суперполе, да? Ну, я говорю, что это ответ. А теперь мы хотим это тоже снова переписать как суперполе. То есть как новое некое x, новое s, новое d. Да? То есть отсюда мы считываем такие преобразования. Дельта x маленькая. Эпсилон s. Плюс эпсилон с чертой s с чертой. Дельта s. Эпсилон с чертой d. Плюс и с точкой. S чертой равняется эпсилон на D минус и с точки. Дельта D равняется и на D под D. Эпсилон S. Эпсилон с чертой S чертой. Понятно, да, что произошло? То есть мы подействовали на суперполе. А теперь мы по компонентам считываем. То есть x это у нас то, что было
Без t. Да, стоял. Без t. Вот это есть сдвиг x, правильно? То, что стояло при одной t, это был s. То есть вот то, что здесь стоит, это сдвиг s. Вот мы его написали. D то, что стояло при t, t с чертой. Значит, вот это сдвиг d. Это непонятно. Ничего не понятно. Это мне понятно. Ну, то непонятно, а это что-то есть. Не, ну просто поставь сюда d равно нулю, s равно нулю, x равно t. Все, и получится те формулы, которые там написаны. Да. Или наоборот, там все равно нулю, а s равно там. Да, если поставить, то получится, то y как раз образуется будет. S теперь живет в первом и последнем, а наоборот x и значит d и x живут во втором и в третьем. Да, да. И это в точности логики симметрия, как я сказал. Обычно бозонное поле, то есть не Грассманово, сдвигается на Грассманово. А Грассманово сдвигается на бозонное. Вот так тогда и. Вот. Да, понятно. Там уж видно, да. Где? В ДИ. Да, где-то И. Там тогда И, да? Если все занулить, вот там как раз, то есть здесь будет И на эпсилон кум минус. Сейчас посмотрим. И. Ну, И у нас вроде здесь, да, есть? Эпсилон. Тогда как И пропало? Да, где оно должно быть установлено, да? Значит, Т. Значит, эпсилон на ну ладно, может сейчас может в процессе в перерыве да, мы это сделаем, где может где-то и пропало, да, хорошо. Найти. Да, тут, к сожалению, суперсимметрия всегда эта проблема. То есть, во-первых, знаки бесконечно теряются, потому что из-за вот этих Грассманова, да. Во-вторых, ну естественно, и тоже всякие, потому что. Они везде. Ну да. То есть, к сожалению, это технически тут достаточно сложно. Да, тут реально, чтобы надежно вычитать, нужно использовать там математику или что-то. Ну, желательно использовать. Особенно в теории поля, где много этих тет. То есть, после этих преобразований достаточно неприятно. Вот. Значит, ну, прежде чем мы сделаем перерыв, давайте вот тут важный момент, сейчас важный момент. Заметим, что D, вот функция D сдвигается на полную произвол. Да? Поэтому, предположим, мы хотим построить какую-то, мы же хотим действие построить, вариант, лагранжан, вариант, в этом наша цель. Мы хотим построить что-то, что инвариантно относительно каких преобразований. То есть мы хотим построить функцию от x, s и t, и d инвариантно. Очень интересно. Раньше мы брали какой-то лагранжан и пытались выяснять, какие преобразования мы сохраняем. Да. А в суперсимметрии мы вначале пряшем от преобразования, потом пытаемся найти лагранжан. Ну, это правильно, да, потому что я хочу сделать, ну, я хочу что-то так, чтобы суперсимметрия была явной. То есть, чтобы мы не просто там, вот какие-то члены тут сократились, и вроде как все инвариантно, да, чтобы это было по определению суперсимметрично. Конечно, исторически это не так было, то есть исторически были какие-то найдены примеры лагранжанов, потом было придумано суперпространство, вот эта техника суперпространства. Саламом и Стрэсби, то есть Салам вот один из нобелевских лауреатов. Это математический подход, как математика. Они сначала строят, потом... Да, но дело в том, что реально, чтобы работать... Нет, ну реально, чтобы работать с этими, все сейчас используют суперпространство и суперполя, потому что, ну, все же, несмотря на все эти потери знаков множителей, здесь гораздо меньше вероятность что-то потерять, упустить. И все явно суперсимметрично, так скажем. Ну, хорошо, что это все обрезает. Да, конечно. Вот, но смотрите, вот еще раз. Значит, нам нужно построить функцию инвариантно относительно суперсимметрии. Значит, идея какая? Построим функцию, возьмем функцию d и возьмем ее интеграл. Там у нас действие, это есть интеграл по пространству времени, то есть в данном случае по t. Правильно? Возьмем интеграл по t от d. Интеграл по t от d инвариантен, правильно? Потому что d сдвигается на произвольную. Да. И мы считаем, что все там бывает бесконечности, там периодические условия какие-то установлены. В общем, значит, интеграл d от t до t инвариантен. Ну, конечно, это не очень интересное действие, если считать, что d это реально поле, да, оно не ведет никаким интересным уравнением движения. Тривиальное действие какое-то. Да? А мы хотим не тривиальное. Значит, какая логика? Дело в том, что суперполя они образуют алгебру, правильно?
То есть их можно складывать и умножать. И они снова будут суперполярными, правильно? И значит, мы можем взять не просто D, а мы можем взять какой-нибудь полином от X и взять его D-компонентную. Она будет уже сама нетривиальной функцией всех компонент самих X, правильно? Понятно, да? Что-то в этом есть похоже на вчера. Ты берешь полином, вчера брали тензорные степени, из них рожали инвариантные этот самый гильбертовое пространство для требуемого квантования. Ну, в какой-то степени. Ну, видишь, вот я знаю, что ты полином, по сути. Есть строить там, ты же строишь форму картанки, другую из нее, вот ты набудешь под джану 10 построишь. Ну да, во второй форме, вот, но, да, но заметьте, но все равно этого еще недостаточно. То есть просто строить полиномы недостаточно, потому что там тоже все в итоге тривиализуется. Но что нам, ну даже не потому, что тривиализуется, потому что у нас действия должны зависеть от производных в том числе, не только от самих. Потому что если мы построим полином, у нас будет действие полинома, и его уравнение движения будут алгебраические уравнения движения какие-то, правильно? То есть просто, вот, а мы хотим, чтобы были дифференциальные уравнения, уравнения движения. То есть поэтому для этого нам нужны вот эти суперпроизводные, которые мы ввели. Суперпроизводные. А чем они хороши, что они тоже, они, значит, ну, что мы можем действовать ими на поле, на наше поле X и тоже строить полиномы от таких. То есть можно действовать полиномом от суперпроизводных на полиномы от суперполей, скажем так. То есть нужно строить полином от суперполей и суперпроизводных. Да? Почему это хорошо? Потому что они антикоммутируют суперпреобразованиями. Понятно, да? То есть суперпреобразование возьмем как раз параметр epsilon q от, значит, допустим, dx. Это есть d от epsilon q. Да? То есть вариация производная, она производная вариация. Вот. Поэтому у нас, значит, ну, то есть, короче, Q действует как, в общем, Q может действовать на какую-то функцию, например, x, там, dx, и все это будет сводиться к вариации x, да? То есть это будет вариация... x это большое. X большое, да, да, да. Да. То есть ну, наше действие в конечном итоге будет зависеть от компонента x, поэтому мы хотим варьировать компоненты x. И хотим, чтобы вся эта функция в итоге свелась к полной производной, да? К вариации всей этой функции. Да? Что, то есть, мы хотим, чтобы при вариации компонента x возникла полная производная. Чтобы это сделать, чтобы это получилось явно, нам нужно показать, что вся эта функция от x и dx равна d члену там, какого-то суперполя, да? Ну, да, потому что он так вот выражается. Да, да. Вот. Поэтому здесь мы используем, что Q с D антикоммутируют, вернее, если мы поставим, значит, здесь параметр преобразования, то они коммутируют. Вот. Поэтому реально наши лагранжаны будут функциями от X и DX. Но заметьте, вот, то есть лагранжан у нас всегда будет сдвигаться на полную производную преобразование суперсимметрии, да? Почему? Потому что если бы он у нас был вообще инвариантен, то есть он бы коммутировал с Q, например, потому что у нас лагранжан коммутирует с Q. И, соответственно, с Q с чертой, потому что лагранжан вещественный, их можно просто спрягать, он коммутирует с Q и с Q с чертой. Тогда он должен коммутировать с D по DT по этой формуле. Правильно? Тем самым он просто не зависит, он константа, не зависит от T. Понятно, да? То есть все функции, которые коммутируют с d и d с чертой, просто константы. То есть нельзя построить нетривиальную функцию, коммутирующую с d и d с чертой. Поэтому реально нетривиальные функции, они все сдвигаются на полную производную, они не инвариантны. Поэтому инвариантны только действия, которые есть интеграл. То есть в этом отличие от обычных преобразований, вот, типа сдвигов там, x на x плюс эпсилон, да? Там сам лагранжан был инвариант. А здесь только действия. Только интеграл. Да, только интеграл. И это всегда в суперсимметрии, значит, действие инвариантное, то есть локальных инвариантов нет, которые без интеграла. Вот. Ну, то есть наши действия будут вот интегралы dt, вот такие f от x
Кстати, D тут тоже не очень хорошо получилось, потому что D у нас... Уже... Да. Да. Давайте мы просто что-то производное обучаем красивым. Да. Ну, в общем, вы поняли, что эта зона красивая, да? Значит, здесь у нас будет вот это все производное, а дальше мы берем D через R, все эти штуки. Да. Понятно, да? То есть мы должны отставить эту функцию нашей суперполя, разложиться, найти этот член с этой структурой и его оставить. И утверждаем, что это будет инвариант. И после перерыва мы посмотрим, как это все приводит вот к нашей первой ситуации, вот с нашей потенциалом.